Самая милая новость дня пришла из Елисейского дворца, где обитают две собаки породы Тазе. Подарок президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президенту Франции Эммануэлю Макрону. В парижской резиденции главы Пятой республики проходил прием иностранных журналистов в канун открытия Олимпийских игр в Париже. Во время приема наш корреспондент Алия Сыздыкова поинтересовалась у первой леди Франции Брижит Макрон самочувствием собак. В ответ пару Тазе Жюля и Жанну вывели на всеобщее обозрение, и, как сообщила мадам Макрон, в Елисейском дворце вскоре ждут прибавления. Жанна, чистокровная Тазе, скоро впервые станет матерью. Супруга французского президента в присутствии журналистов пообещала подарить одного из щенков нашему корреспонденту. Подарок президента Токаева привлек внимание гостей приема, став одним из самых запоминающихся моментов визита в президентский дворец.